Минск-Краснодар. Итого и того принимаю. Прикольно. Дипломат Баян, тут табуретка. Ай, прошу прощения, так. Я рули пишу. Ураган Майкоп, Запорожье, 11:39. Да, Юрий Майков, принято. Прекрасно. 5-9 с плюсами. Александр, Запорожье, КСЛ. Да, да, спасибо. Доброго дня, здоровья, пока. Секунду, а что за антенна у вас и моща? 100 ватт, 840 и антенна. Футура 5-8 прием. Ну, шикарное прохождение. Хорошо, питань не будет. До побачення. До свидания. Беларусь, Беларусь, Баян, принимаете Запорожье, Украина? Баян, Беларусь, здесь Запорожье, 11:39. На частоте Запорожье, 11:39, всем прием. Куча. Сейчас мы в эту кучу тоже говно залезем. Так, всем здесь 11:39, Запорожье, Украина. 11:39, Запорожье, Украина. Приглашает 23-й канал. Канал 23, QSY. Всем зовет и приглашает Запорожье. Запорожье, Украина. Всем прием. Всем дальним Запорожье. 11:39, всем прием. Кавказ, Ставрополье. Добрый день. Прекрасно. 5959. Александр, Запорожье. 11:39. КСЛ. Добрый день. Добрый день. 5959 качает. 5959 качает. Аркадий Ясентука. Прием. Да-да, Аркадий, принято. Ясентуки. Запорожье, повторюсь. Ну, тоже чуть-чуть подкачиваешь. Шикарное прохождение. Такой сильный спорадик. Питань не будет. Иди, всем три и до свидания. Ясентуки приняли? Ясненько, спасибо, Запорожье. Доброго дня, всем три, пока. Да, всего вам доброго, до побачення. Всем здесь Ульяна, ой, здесь 11:39, Запорожье. Запорожье 11:39, всем прием. Что ты видишь? Ясентуки. Ясентуки? Раша Федераш. Так, всем дальним здесь Запорожье. Запорожье, Украина, 11:39, всем прием. Yeah.
22 канал, Брянск 246, туда всех зовет. 27-220, QSY. Так, Брянск, Запорожье, Брянск, Запорожье. Брянск, Запорожье. Брянск, Запорожье. Принимаете здесь Запорожье 11.39. Всем дальним, Запорожье, Запорожье 11.39, всем прием. Всем дальним на частоте Запорожье, Украина 11.39, всем прием. Поляки. Радио Надежда здесь Запорожье. Запорожье 11.39. Принимаете? Кто еще разок? Запорожье. Запорожье 11.39. Так, Радио Надежда, здесь Запорожье. Радио Надежда, здесь Запорожье. Запорожье, Запорожье, 11.39. Не принимаю, просто прошу извинения. Пришлось вернуться 27.200, также продолжаем. Алло. На частоте Запорожье 11.39. Всем прием. Радио Надежда, Запорожье. Запорожье 11.39. Так, кто сейчас выскочил еще разок? Бляха. Запорожье, Запорожье 11.39. Еще разочек. Запорожье, Запорожье 11.39. Всем дальним, Запорожье, Украина, 11.39, всем прием. Понимаю. Внимание, всем дальним, Запорожье, Украина, 1.1.3.9. Всех зовет и приглашает Запорожье, Украина 1139. Здесь 11.39, Запорожье приглашает 5 канал. Канал номер 5, QSY. Всем здесь Запорожье, Украина. Всем прием. Солнце таким ступом меня.
Это что-то северное, с северной стороны. Ну, язык. Так, ну то есть, что это, Литва, Латвия, Эстония? Слышишь, да? А вы так тут? Это северные народы. Брек, this is Ukraine, 315 division, copy my signal. А это, наверное, голландцы. Да. Да. Italia, yes, buongiorno Italia, this is Ukraina, my name is Alejandro, 315 Sugar Delta 101, mic to you Italy. Buongiorno Ucraina, 7351 qui cordiali da Italia, operatore Paolo Centro Italia, dimmi radio. Yes, buongiorno Paolo, buongiorno. Your signal 5-9, very good Paolo, mic to you. Ah, car, yes, okay, very good. Your work car, okay, no problem. Okay, Paolo, thank you for short contact. 7351, arrivederci, bye-bye. Так, итальянец на машине был. Да. Да, CQ, this is 315, Sugar Delta, 101, Ukraine, QRZ. CQ-11, this is Ukraine, 315, Sugar Delta, 101, QRZ. CQ-11 meters, this is Ukraine, 315, Sugar Delta, 101, QRZ. CQ-11, this is 315, Sugar Delta, 101, QRZ. Break, this is 315 Division Ukraine, copy. CQ-11, this is 315 Sugar Delta 101. This is 315 Sugar Delta 101, QRZ. Так, всем дальним, здесь Запорожье, Украина, всем прием. Всем дальним, Запорожье, Украина, 11:39, всем прием. Для всех дальних Запорожье, Украина, 11:39, всем прием. Я туннель заварил, никто тебя не услышит. А для чего? Хрен там, Жора, а я уже разварил. Шалом.
Что-то такая вообще каша здесь творится страшная. Никто никого не слушает. Вообще жесть. Да, тысячи, и всем похер друг на друга. Ну это же 27 МГц ЧМ, это нормально. Никто никого не зовет на какую-то частоту, все херяшат на одной частоте. О, уже северные страны пошли, слышали, да? Да-да-да, можливо. Вчера спорадик охеренный был. Я аж сработал в ССБ на 144 с немцами и с чехами. Просто обалдеть. Да, у меня много. Немцы такие, как вообще на двойке, ребят, бесподобно. Да-да-да, но это в прошлом, а вот вчера вылетело нормально. До 9 баллов шикарно проходили. Ну, правда, на 6 элементов своих, но все-таки дождался, когда МПЧ поднялось до двойки. Так, Жора, ну все, рад слышать. Короче, пошел я, наверное, выключу эту херню, бо у меня аж уши вянут от этого шума. Да, давай, бабай. Давайте, бабай.